Сегодня сделала дрожжевание корма. Хочу вам показать, как оно выглядит. Это я уже перемешала. Вот здесь ведерки. Видите, как оно тут играет. Дрожжи играет тут в корме. Дрожжи развела в теплой водичке и добавила камбий корм. Это все я делала на ночь глядя. Перемешивала. Ну, раз 10, наверное. А то и меньше. Я перемешала за все время. Все. Сейчас я это чуть-чуть еще перемешаю сухим кормом и пойду давать курочкам. Это все я делаю для яйценоскости, чтобы куры начали лучше нести яйца. Я это дрожжевание делаю очень редко. Хотя надо бы, наверное, почаще. Этот корм пахнет дрожжами. Посмотрим. Сегодня дам, посмотрим, как они нам будут нести яйца, курочки. Дрожжи я им даю в сыром виде и вот так дрожжую. У меня было мало дрожжей на сегодня. Один пакетик и плюс еще там кусочек. В общем, 70 грамм у меня было. Я решила вот так вот сделать. Ну, курехам хватит. Даже много будет. Маруська, куда намылилась? А вот и мои утята. Спрашивали, где мои утята девались. Давно не показывала их. Вот они, три красавчика. Живые, все с ними хорошо. В домике здесь они у меня ночуют. Закрываю их. А днем они у меня гуляют. Тоже как вырос вот этот серенький селезень. Уточка поменьше, конечно. Вообще хочу уже определить вот этого белого селезня в утятник к взрослым уткам. Ну, пока вот еще тяну с этим. И этих бы неплохо туда определить. Но боюсь, что будет морозиться еще. А для них нежелательно еще быть сутками в общем вольере, потому что утки-то у меня на улице спят, и эти будут вместе с ними спать и могут замерзнуть. Ну, как они снег кушают, смотрите. Водичка есть, они снежок хотят. Еще не весь снег растаял. А этот серенький копия похож на моего уже взрослого селезня, семимесячного. Ну, прям точная копия. Тот серенький и этот серенький. Вот так. Ну, Маруська тут территорию осматривает. Ревизор ходит тут. Проверяет, что все было в порядке. Хочу взвесить этого белого для интереса, сколько он весит. Может, уже тяжеленький стал все-таки. Пока вот тяну тоже с этим. Надо же его словить. Чтобы взвесить, надо его словить. Маруся. А Маруська хотела, чтобы я ее выпустила в огород. Там же гуси начнут кричать. Они и так уже начали кричать. Взрослый мой селезень серенький. Кстати, мне кажется, он уже начал обхаживать уточек, потому что стал за ними гоняться.
Чё стоишь тут? Тебя не пускают? Прямо клювый тоже там в стороночке. Да, да. Чё не идёшь? Чё не идёшь кушать? Тебя не пускают, да? Не пускают. Красивые, да, гуськи у меня? Зелененькие, желтенькие. Кстати, не одна я так, оказывается, помечаю. Кто-то из вас тоже так помечает гусиков. Зеленкой помеченные гусаки. Три гуся у меня зеленки. Ну и в желтом тоже один гусь. А вот это вот гусыня. У нее слабо видны на крыльях. Пометка вот от зеленки слабо видна. Это гусынька. Это я ее изначально так намечала. Но сейчас решила вот так наметить гусей, чтобы не путаться, чтобы сразу видеть, где гусаки мужского пола. И смотрите, как гусыньки в окружении гусака кушают с кормушечки. Надо еще одну поставить кормушку. Голуби у нас тут летают. И я уже так оставляю одну кормушку только. Ну вот так, герой. Пока тут кушали, он занялся важным делом. Видали, да, как он быстренько все это проделал? Ну, это был гусь с двумя хомутами на лапе. По-моему, он, да? Зеленкой помеченный. Потому что у меня же еще один зеленкой помеченный. У него один хомутик на правой лапе. Но он поменьше. Ну так, быстренько управился с делами. И сейчас будет кушать, пить водичку. Может, еще раз гусыньку решится потоптать. Но этому не нравится. Который с йодом у меня. Вожаку не нравится. Видно, как он. Сейчас будет нападать, наверное. Посмотрите, вот этот гусь в зеленке, он возле гусыни крутится, а тот... рядом находится. По пятам прямо ходит. То есть он его будет отгонять от гусыни. Но, тем не менее, пока кушал, этот воспользовался моментом. Вот так вот. Это гусынька у меня крупненькая, да? Нет, это не это.
А кто это? Уже непонятно, кто это. Ну вот, отгоняет. Отогнал. Иди отсюда, сказал. Иди отсюда подальше. Да, друзья, вы правы. Надо убирать. Лишних гусей надо убирать. Ну, через пару денечков буду убирать. Никак у меня не нормализуется количество гусей. Все время у меня появляются новые гуси мужского пола. Вместо того, чтобы появлялись гусени, да, у меня гусаки появляются на горизонте. А тут, смотрите, спрыгнуть не может. Ага, спрыгнул, все. Курёшки мои сегодня мало снесли яиц. 3 яйца молодки и старушки 2. Да, курёхи? Не хотите вы мне нестись? Не хотите. А гуси прям не могут успокоиться. Нравится ему вот эта гусынька с левой стороны. Ну хорошо, хоть еще одну гусыньку хотят топтать. А то я думала, только новенькую они хотят. А нет, оказывается, еще хотят. Разных они хотят гусынек. Наверное, она созрела уже. Созрела для спаривания. Созрела для яйцекладки. Повзрослела. Хочет мальчика. И они это чувствуют, да? Как они вдвоем, прям вокруг нее он крутится и все. Кавалер галантный. Он прямо клювый тоже себе на уме, хитрюля. Он вот так ходит, ходит один. А потом бац, и какую-то гусыню топчет. Быстренько. Быстренько, быстренько. Вот она новенькая пошла с йодом на шее. Ее гуси тоже очень любят. Но смотрю, стали уже и за другое ухлёстывать. Очки уже заходят с падки. Думают, кто первый зайдет. Давай заходь. Сами заходят, умненькие. Так вот, мне интересно, сколько этот белый сейчас весит. Ну, еще дам ему порасти. Месяц-два, посмотрим. Потом буду убирать уже, что держать нету его смысла. На племя я его держать не буду. Он отставал в развитии, вы помните, да, как он медленно рос. Это сейчас он вырос. Я прям удивлена, что он так вырос. А до этого медленно рос. Уже этот серенький его догоняет.